Так, поехали. Тайм 1-0 ведет. Кресла я все убрал, ребят, но вы чуть позже увидите. Я просто не видел, что они там запилены до сих пор. Закрываю все лишние ссылки абсолютно. И смотрим матч. Стрим скоро появится, ребят, зовите всех сюда. Качество теперь будет великолепное по сравнению с тем, что вы увидели до этого, потому что стрим из игры, 60 FPS, конечно же, и лично сам я буду всем управлять. Ну, 17-я хата Газпул у Гидры, соответственно, билд. Здесь билд Барак Газ был, Риперочек у Тирана и ЦС-шка пошла, все стандартно. Ну, закрывается будет второй депошечкой проход сейчас, потом реактор, видимо, или куда? А, промазал немножечко. КСМ им вернулся назад у нас тайм. Ставит, напомню, тайм это тиран китайский, молодой очень, вроде как 16 там ему лет, по-моему. Ну и уже очень такие неплохие показывает он игры. Гидру вот ведет 1-0, например, и выиграл Ксигуа 2-1. Если выиграет там Гидру, он уже обеспечит себе точно выход из группы, я так понимаю, минимум со второго места. Потому что нужно с тремя оппонентами сыграть, то есть его опередить только смогут тот, кто первое займет. Хотя, может быть, у всех по 2-1, у нескольких игроков и каким-то там по картам, как бы, да, он сможет не выйти. Возможно. Ну, это такой тоже менее вероятный расклад. Бомбит тайм, Гидра не видит Рипера, нужно улететь. И вот тайм уже среагировал, как и Гидра увидел. Молодец, очень хорошо все сделал. 270 ТПМ, у Гидры 320. Так, 4 линга здесь бегает. Рипера отогнал. Приезжают гелиончики, начинается харас, две королевы есть. Что мешает кинуть гранатку сюда и заскочить на мейн? Ничего, ну хотя тайм же не знает, есть ли там линги или нет. То есть это авантюра в любом случае, если да, так проскакивать на мейн. Но попытаться всегда можно, потому что вот 6 лингов, 4 гелиона рипер, гранату под королев кить. Убить можно, но Гидра уже еще построил лингов и еще роучи подобавляет, так что сейчас, естественно, отобьется, там делается стим, гелионов 6 уже, линги побежали вперед, желательно бы их попытаться догнать, не отпустить. Так, 5.95. По-моему, у Феникса тоже 5.95 мув, а я всегда думал, что Феникс чуть быстрее, чем гелион ездит, а судя по цифрам, они абсолютно одинаковой скоростью двигаются. Вот, ну, лингов больше, чем у всех, даже без скрипа. Летает Либератор, раскладывается. Ну, два Реводжера есть у Гидра, и это минус Либератора. Ну, два выстрела успел в королеву дать, но это ничего не дает. Она живая и также сможет инъекции делать спокойно. Но вот на третьей базе Либератор пришел и двух дронов отстрелил. И улетает тайм в итоге им.
Леончики дома, третий Сашка доделываются, био подстраивается, реактор под барак есть, под второй. Ну, короче, стандартный свич, это уже, я не знаю, с мула так примерно происходит. 10 овер с мула, поэтому версир сверх быстрый, и марики не могут его убить. Что я имею в виду с мула происходит? Что на бараке лаба, стимпак заказаны под два следующих барака, подстраивают... Так, здесь либератор два дрончика подрезал. Под два других барака подстраиваются реакторы. Собственно говоря, один реактор, на одном реакторе барак сразу строится, это с первого барака, который после рипера реактор заказал, а под второй барак строит факта реактор. Ну и старпорт сам там реактор под себя подстраивает, факта переходит на лабу, если нужны танки, если нужны минки, то тоже реактор ставится. Вот. Здесь минус либератор. Так, гранатка кидается под реводжеров. Раскидал немножечко тайм, но все-таки встречает здесь и принимает гелионов всех гидро реводжерами своими роучами. Засплитил очень круто. И я не понимаю, почему тирану элементарно не прикрыть геликов своих вот этих вот. Почему они не здесь? Представьте, здесь бы было 6 гелионов вместе с этими юнитами. Они бы сожгли бы к чертям собачьим всех этих лингов бы. В итоге тиран убегает бегом отсюда, еле-еле ноги уносит, полимит. Здесь уже армори было, это могли быть тупо хелбаты вообще. Тупо хелбаты. И эффект выхода совершенно другой был. Линги бы против 6 хелбатов, которые стенкой стали за стимпачными мариками, они бы вообще были бесполезны бы. Ну, короче, тайм здесь упустил, на самом деле, свой выход. Можно было гораздо лучше выход сделать. В итоге 2-2, тут 2-2 раньше, даже у зерга в прошлой игре позже было. Бьян его тренер. Ну, X-Team. X-Team тайм, X-Team Бьян. Бьян, получается, да, в их же команде, как бы. Посмотрим, может быть, и натренит даже. Королева вон уже отрегинилась с 17 хп до 90 хп. Или, погодите, может, трансьюз был? Нет, 125 трансьюз, это не мог быть трансьюз. Либо затрансьюзили и 5 ей кто-то дэмэдж нанес, не знаю. Против Бэйна сплит, да фокусни ты Бэйна-то. Не, не фокуснул тайм Бэйна. Вот в таких ситуациях, когда два Бэйлинга катятся, тираны, помните, надо не сплитить, а фокусить их, потому что дэмэджа меньше получишь-то тогда. Может быть, вообще бы мариков не погибло, но в любом случае здесь отгоняет зерк тирана назад. И сейчас тиран ни в коем случае нельзя лезть таймингами и выходами, ему, я думаю, нужно просто четвертую занимать, да. Причем четвертую занимать именно с планетаркой и делать 3-3 грейды, продолжать грейды наземную всякие делать. Тем более, что гидра играет пока без хайва, у него только лейер, вот если инфестейшн даже вопрос у меня возникает, давайте посмотрим. Нет, инфестейшн отсутствует, это видно. То есть здесь будет атака на 200 лимита, и тирану достаточно сдержать просто ее. А чтобы ее сдержать, так, нужно заметить, что она идет вот здесь вот разгружать, у корабтера летят, куда же ты летишь-то? Ё-моё, минус 20 лимита на ровном месте сейчас будет, что ты делаешь там? Пошла атака, 20 лимит потеряно, мариков минимальное, количество танки прикрыть нечем, 1-1, к сожалению, я так думаю, здесь будет. Бэйны вкатываются, био, все уничтожено, хотя танки, конечно, дичайший залп, у Бэйлингом делают, но
их не сдержать, к сожалению. GG. Уинтер 95 поддержал ваш канал на сумму 350 рублей. Ребенку на мороженое. Спасибо за потраченное на стриме время. Спасибо, Уинтер 95, тебе большое. Очень приятно. Но за последние четверо суток Home Story, за четверо суток стрима было 10 часов примерно или 11 первый день, 11 точно во второй, 14 третий и 15 часов 20 минут четвертый. То есть около сколько, 20 плюс еще 29, короче, где-то 48 часов. То есть из четверо суток двое суток стрима было вообще, как бы. Спасибо большое, но мороженого, к сожалению, Маше нельзя, потому что аденоиды сегодня выяснилось, все-таки насморк, короче, блин, пошли в садик, и просто малышка болеет. Короче, не будем больше мы в частный садик ходить. Заплатили просто 12 тысяч, как бы, и сходили дня три туда, наверное. Ну ладно, не суть, деньги вообще не жалко в этом плане. Главное, чтобы все нормально было, потому что с августа в муниципальный сад идти, а это жестко уже. Так, ребятки. 1-1, третья решающая. Спасибо всем большое за поддержку, ребят, очень приятно. Так, с рептилоидами-то не высчитал я ничего. Болеть-то понятно будет просто в таком маленьком возрасте. Тем более Маша, за нее переживаний очень много, потому что она 28 недель родилась, как бы, и хотя уже многих детей опередила даже по тому, что говорит, как бы, и, ну, это жены моей заслуга, потому что в этом плане она грамотная очень. Вот. В любом случае это неизбежно, но главное не тупить родителям.
Если что, в муниципальный сад с 3 лет идут. И Маше 3 годика было 6 июня. Вот. То есть уже 3 года и месяц скоро будет. Короче, ладно, не будем об этом говорить. Разберемся сами. Спасибо всем за поддержку, в любом случае за моральную, в том числе. Отдельное спасибо. Вот. Я думаю, что все будет нормально. Ну что, пошла 3-я хатка здесь уже у Гидры. Риперочек, что у нас? Риперочек живой. Где он вообще? Где он? Он в центре летает. Ну, линги на патруле здесь, марики овера пытаются гонять. Факта. С танком медивак и марики еще строятся. Так, интересный дропчик здесь заходит. Риппер делает залп. Все успели сесть, кроме Минки. Но на Минку места не было, потому что, собственно говоря, Риппер отдельно регенится от мариков. Полечил всех, Риппера моментально вылечил. Тайм. Еще и танчик сюда прилетает. Посмотрите, какой напряг пошел жесткий. Гранатка у Риппера кидается. Марики бьются с лингами, танк фокусит. Куда там марики-то на муве ходят? Ну, ё-моё, можно было лучше, реально, намного сконтролить сейчас, но, к сожалению, тайм не сконтролил. И не ту королеву сейчас атакует. Блин, можно реально намного лучше было законтролить. Нужно было мариками встать в кучу, чтобы их не окружить было. И встать вот здесь танк прямо перед ним просто. Тогда бы, я думаю, все было бы окей. И медиваками что танк вниз увозить вообще. Ну, я требую, как обычно, идеального какого-то исполнения. Ну, конечно, хочется видеть, чтобы так было. Вот, но ошибочки. И отбивается зерк. Тут, конечно, гидра все-таки кореец, силен. Ну, тайм молодец, бьется абсолютно на равных здесь, и это приятно тоже, безусловно. Так, залп по королеве опять пошел. Забирает тайм эту королеву сразу же. Вот здесь вот, вот такие моменты вижу, что контролят очень четко, и тоже приятно. Бараков плюс 2 штучки добавляются. Блин, рептилоид, все хорошо. Убивает медивак сейчас гидра, тайм просто не уконтролил, и это был провал. Да и марикам здесь тоже делать нечего, нужно забирать. Это вот когда дропаешь на муве, они дропаются подряд, пока ты не отменил, собственно, там на стоп надо нажать и загружать. Тайм же не нажал стоп, а просто загружал их обратно, а другие разгружались. То есть такой бесконечный паровоз получался, получается, что здесь передроп опять на ХГ пошел. Можно минуснуть овера. Овера хоть и смул, но такое большое количество мариков быстро их забирает. 102-115 по лимиту. Лимиты близки. 3-ю ЦС-шечку уже тайм занимает. Тут танк зря внизу на один вверх, сверху поставить, его будет просто не убить никак. Все, марики уже, кстати, на стиме заходят. Тайм на 4-ю, королеву минусует. Минусует тут много чего, на самом деле. Спорочку отменяет. Становится в позиции за газом. И если бы линги были без беллингов, уже тяжело бы было очень мариков отсюда, конечно, выбить. Но так как с беллингами в итоге выбивают. Зерк еще здесь контратака от гидра идет. Ну вот я говорю, смотрите, второй танк стоит вообще не рассиженный. Вот здесь бы стоял, перекрывал бы вот это направление абсолютно точно. Марики на хайграунде стоят. Ну это ошибка позиционирования, причем очень серьезная. То есть
не нужно здесь, вот если бы это все просто стояло не здесь, точка сбора, здесь юниты, даже контролить не нужно было. Марики сами бы всех линдов бы уничтожили, их реально много там, мариков этих. Вот как сейчас, например. Ну тут и лингов забежало, кусочек небольшой такой. Беллинги там сзади морфятся. Но в итоге беллингам тяжелее будет зайти, так как они без лингов, и марики сразу с танком их начнут атаковать. Плюс стеночка небольшая импровизированная, поэтому до минеральной линии уже ничего не доедет. 100% гидра это понимает, убегает. Скорее всего и мариков немного понубил, то есть беллинги дороже бы стоили просто. 132-140 по лимиту, лимиты тем не менее очень близки, но в этот раз скорее всего очень сильно по грейдам опережает, 2-2 намного раньше. Плюс у гидры 4-я база очень рано начала добываться, и теперь тяжело будет с ним биться. И караптеров он уже строит, то есть он сейчас будет медиваки фокусить. А это уж совсем неприятно. То есть только с идеальной позиции можно сейчас выбить будет зерга отсюда. Ну, зерг занимает... Вот из положительных моментов отсутствует крип здесь. То есть тайм придет и без крипа начнет законтраливать здесь. Ну зачем так на стиме-то все заходит сюда? В кучах такой дичайший сплит пошел. Тайм сплитится очень круто. Гидра не готов это все разбить сейчас. И часть мариков идет вниз, беллинги вперед идут, но танк их принимает, сплит вообще замечательный со стороны тайма. Точка сбора, все туда идет вперед, и медиваки летят, и танки. 147-142 лимита даже больше, чем у корейского зерга. Если тайм выиграет гидру, для меня это будет просто сюрприз на самом деле. Танк еще один зал делает, еще марики подходят на стим, еще медиваки долетают. Здесь прессинг идет очень сильный, гидра выдвигается вперед, линги заходят, беллинги. За счет того, что марики очень сильно расплечены, не только беллинги заходят, но и линги очень сильно нагрызают. В итоге все-таки гидра переворачивает игру, не хватает тайму немножечко мариков. И ключевой фактор еще это 2-2 наличие против 1-1 тирана, потому что у него через 30 секунд только 2-2 примерно будет. И гидра делает контратаку, но до конца он не пошел. Но здесь ультралис кеверн и ниточка от победы в этой игре. Ключик он утерян уже, к сожалению, для тирана. Тут уже нужно извернуться ему будет как-то очень серьезно. Так, здесь КСМ-очки какие-то ловят у нас гидра. Блин, чё, вот надо приятно из игры стримить лайфхенг. Вот надо, блин, домашниться из игры, чтобы стримить просто. И все, блин, с этими рестримами мертвыми. Хотя вот как раньше был рестрим, он качество хорошее очень было. Почти как из игры, ну из игры все равно лучше, понятное дело. Но там плеер иногда лагал, а здесь-то как бы лучше в любом случае для нас будет. Для вас. У кого ГГ хорошо работает, плеер. Ну и мои там рестримы Твича или чего-то там, неважно. Сканчик еще от тайма пошел. Марики стимпач заходит вперед. 160 на 190. 4 танка здесь. В это время контрзабегание от гидры. Здесь очень много лингов в контрзабегании этом, но... Если сейчас тайм убьет четвертую хату гидры, это будет лучше, чем это контрзабегание. Эффект, безусловно. Выходят брудлинги, ультралов уже несколько штук есть, но они мягенькие, без армора, пока тайм заходит еще ближе, ультралы прямо в лимарика врываются, что ты делаешь-то? По фокусе ультрала правда очень быстро, караптеры раскладываются, марики все еще живы, но новый ультра вышел, залез в ловушку сейчас, к зергу сюда, надо было вот здесь становиться, чтобы, ну вот, где нужно было становиться тайму? Танки где-то здесь должны быть, а марики не должны были быть на хайграунде. Они должны были, он должен был методично выбить эту базу, находя здесь, и потом уже перекидывать сюда. Он же, не выбив эту, пошел сюда, в итоге отсюда и прирост идет, и отсюда как бы. И еще и отсек себя от своего прироста. Хотя там забегание было, и он не шел вперед. Но можно было позицию лучше выбрать гораздо. Но тайм понимал, что нужно агрить ультралов, пока у них нету армора еще. И вот это привело к тому, что он влез дальше. То есть, как бы, тем более ему не видно то, что нам видно. Короче, игра тяжеловато было, что сделать.
Там покинул группу. Ну что, Гидра черкает карты, против Ксиго черкает. А Сида вообще что ли нет, очень не понимаю. Похоже, что Сида нету совсем. Так, пошел инвайт. Привет, Бук. Привет, Алекс Пенкин. Всем добрый день, ребят. Следующая игра у нас. Так, это Бутри и Ксиго против Гидра бьется.
Так, ребятки, давайте смотреть игру уже. Иксиго, это здесь Беллингбас делает, обратите с мейна. Гидра пытается найти у лингов, но не находит пока. Беллингнес будет готов через несколько секунд. Линги убежали в другом абсолютно направлении. Здесь заходит 4, так, 3-4 линга. Сейчас еще один беллинг пойдет, четвертый. Часть лингов выдвигает. Зачем за 10 секунд дому выдвигаться? Хотя гидра уже там делает, на самом деле. Беллингнест, мув уводит рабочих, но 25 в 14 по рабам. Хватит ли рабочих здесь? Хватит ли, точнее, сил у Ксигу, чтобы убить достаточно и экономику задемеджить жестко? Так, здесь 4 беллинга плюс линги. Все, нужно всеми заходить мимо королев, мимо всего вообще. Вот здесь проходка есть. Что боится-то? Вот, молодец, Ксиго. Замечает, где проход есть к рабочим. Один беллинг потерян уже. Так, здесь беллинги в королеву все взрываются. Что ж ты творишь, ты беллингов отдал всех на ровном месте. Залез, отдался в хлам. Вообще гидра великолепно обороняется. Беллинги... Куда беллинги-то бегают, я не понимаю. Беллинги в никуда бегают. ГГ, пишем, выходим. Судя по всему, 17-14. Третья отменена, прям под королевами беллингов морфит. Да ну, это мертвое исполнение абсолютно. Сначала правильно врагов ворвался, но потом нужно было просто выбегать лингами с другой стороны и беллингами контролить, чтобы рабы просто нормально не приехали на добычу обратно. Так, здесь беллинга пытается прикрыть, Ксиго ничего не получается, лингов дотекает действительно много. Боевого лимита Ксиго, кстати, больше, нужно королев подрезать срочно. Трансфьюз пошел на одну, пытается закрыть вторую. Да лингов убей, что ты делаешь? Ты гидра тоже бейна морфит, Ксиго что-то тупит. Ну, короче... Тут даже не в тупёшке Ксигу, а в том, что первый принял врыв грамотно гидра, а дальше было все делом техники, собственно. Прирост, две хатки и все замечательно у него. Здесь беллинги сгрызаются, но это очевидно. ГГ по рабочим меньше, дэмэджа не нанес, ну как, нанес дэмэджа экономики, то есть погибло 8 дронов, по-моему, 7. И здесь осталась вторая хата, собственно. Здесь ничего не поделать. Ждем следующую. То есть отсутствует сид, либо сид будет позже играть, я так понимаю. Либо вообще его не будет. И будет у нас только эти матчи, а там техническое поражение, что ли, будет. Я не знаю, ребят, короче, как будет. Честно говоря, вперед забегать не хочу. Все рад видеть. Сегодня стрима долгого не будет 100%, как бы, поэтому... Наслаждайтесь Старкрафтом сейчас. Ну и помните, что блоки нужно отключать. Подписываться на премиумы. Естественно, для поддержки. И мой канал поддерживать напрямую. Через реквизиты или через плеер. Заменили Лайва на Сида, а теперь Сида на кого? Почему Сида на кого-то заменили? Сид еще пока стоит в группе, просто если Сида не будет, то уже, наверное, ни на кого его менять не будут, и просто дадут тех поражения, и между тремя игроками разыграются два первых места просто.
Ребят, не знаю, что с лайвом, но почему-то не играла лайв. В этот раз гидра через пул первый начинает. Пул первый, хата пошла после пула. Газ пока вообще не заказан. Здесь у нас 17-я хата, пул газ у Ксигла. Тут 16 на мэне у гидры дрончиков. Ну, вторую поехал дрончик. Не знаю, что там на кибете, следите. С сидом что-то там не успели, походу, запилить ничего. Ну что, ребят? Рейнджова играет на атаку, идет у Ксиго сейчас на мэне. Флеер почти готов, и Роуч Ворон заказан. Ну, у Гидры тоже готов флеер. И заказан не Роуч Ворон, а шпиль и две плетки. То есть гидра собирается выйти в мутку и успеть с плетками отбиться. И учитывая то, что завалены камни вот эти, говорит мне о том, что скорее-то всего гидра как раз-таки успеет мутку выйти. Тем более, что тайминг Роуч Ворона не под тайминг лейера идеально подстроен. То есть если бы Роуч Ворон идеально под лейер был бы готов, то тогда бы мув бы был готов бы пораньше бы и, возможно, с мувом получилось бы. В итоге, смотрите, шпиль 7, так, да, здесь до мува будет 70 секунд сейчас, ну, минуты, грубо говоря, остается, а здесь до шпиля уже 30 секунд остается, то есть роучи еще будут без мува, а мутка уже будет выходить. Это говорит о том, что ничего с роучами здесь не получится у Ксиго, гидра муткой развалит его в хламец просто, и все. Разве что Нидус будет, как бы, ну, Нидус куда там, некуда. Так, я не знаю, первый день Home Story Cup выложен давно, второй я выкладывал и третий, не знаю, как там обрабатывается, не обрабатывается. Надо у аспиранта узнать, он говорил, что из-за музыки там заблочили, ну, наглухо звук что-то. Не знаю, появится он или нет, будем разбираться, вообще не знаю, что делать в Home Story, потому что рестримил с основного стрима иногда, там музоны у них вставлены везде, естественно, и... В итоге, короче говоря, все печально. Да, все, мутка летит. Да, 99 к Сигу. Да, гидры меньше лимита. Здесь одна королева вперед идет. Что она здесь забыла вообще, эта королева? Объясните мне, пожалуйста. Муталиска все больше и больше с корочкой идет сюда, ставится. Я не знаю, что гидра боится, почему он не хочет проатаковать. Смотрите. Вот одна королева, все, а сейчас со спорка с королевой на самом деле подрешают. Ну, талисков все больше и больше, плеток все больше и больше. Плетки 6 штучек вот сюда перекопаем, и все вообще нормально станет. Так, здесь спорочка готова. Пытается третью на золоте поставить. Сигой здесь. Гидры шатаются еще оверов.
мутки все больше и больше. Сколько мутальцев? 13 штук. На третью уже газ добывается. Сюда плеточки вниз перешли все. 4 плюс овера. Муталисты. Еще 4 муталисты гидро подстроят. Короче, мутки очень много будет уже. Сейчас в данный момент 14 плюс 4, 18 штук. Королеву отфокусил, трансфьюза нет. Хата отменяется, причем эскейп не нажал. Здесь реваджер и роуч вперед идут, но гидра прилетает, начинает на мую атаковать. Здесь попытка прорваться через плетки в наглую наверх, но плетки они дэмэдж наносят в любом случае, как бы несмотря на этот весь прорыв. Реваджеры падают все практически моментально, часть роучей на мейн пошла, но муталисков только что, они в момент все это отобьют на самом деле. Рабочих можно было бы, конечно, увести гидре, но он этим не занимается, просто сейчас... Плюс 4 еще муталиска. И, короче, 98 на 55 по лимиту. 20 муталисков, здесь 4 королевы. Все, что есть. Одна спорка здесь. Ну, это на оклике надо убивать. Просто все вот этих двух королев и спорку просто. Что и делает сейчас гидра. Королев двух убивает, спорку бегает. Просто к Сигу пишет. Изи. Орк со Стапом, привет тебе. Опа, победа. Ну что, будет сит-то у нас сегодня или все? Ищет Сида, но я не знаю, здесь ли он. Так, ну что, четвертый день дозалился, вот, вроде как, home story, а там посмотрим.
Так, я так понимаю, Сида сейчас пытаются отыскать. Вот, Гидра здесь, Сида нету. Я не знаю, кто там на него менял. Ну, короче, как-то так, пока ничего не происходит. Опа, Сид вступает в группу. Нашли Сида. Ну что, Старкрафтик завозим сюда, еще интересный. Посмотрим Сида немножечко. Нет, за второй слот битвы будет не... Еще пока что за первый слот даже не определилось. То есть у нас здесь есть Сид, есть Гидра, Тайм и Ксигуа. Еще кореец Сид, Проц. Гидра Ксигуа 2-0 убил. 2-1 с таймом сыграл. Тайм убил Ксигуа пока. То есть у Ксигуа уже нету шансов выйти, а вот у тайма еще есть, если он Сида, например, подрежет. Он еще Гидра Сиду может проиграть, например. Не, на Кебете я не знаю, что я спрашивал про Сида, но, короче, ответа мне не было дано. Какую-то информацию там они проверяют, не знаю, что за информацию они проверяют, так что Сида, может, мы там и не увидим на Кебете. Кто-то не нажал. Ну, ребят, я здесь не виноват. Мое дело было отписать. Почему там никто не следил, я не знаю. Я написал, что лайва нету. Но то ли не успевают, то ли что там хз со ставками.
Ну что, Гидросид, самая интересная, наверное, матч группы. Поехали. Ну что, ребят, Гейдгас у Сида, Нексус сейчас будет, должен быть, вот пробка как-то поздно реально выезжает, но тут много новых пробочек строится. Гейд уже готов, Нексус можно было на несколько секунд раньше заказать, это факт. Здесь пробка идет кибернетку делать, а тем временем Гидра ставит 3 хаты пул билд на этой карте. Ну, посмотрим, просто крутой StarCraft без ставок, что здесь поделать-то. Делать больше нечего. Раскачивает Сид второй газ, который еще не готов. Эти пробки просто стоят. Ну, не знаю, я как-то предпочитаю, чтобы они, пусть они тут кататься будут, но пусть они минералы подобывают, на самом деле. Что им стоять без дела-то потом? Просто минералы взял, направил. Все равно рабов очень много. Так, это ты в чате спрашивай. Такие вопросы. Но ты без звука не услышишь, что я говорю. Ребята, отпишите человеку по этому поводу. Вообще я не буду каждому отвечать на вопрос, кто там где выиграл. Когда тем более есть сетки везде все и... Как-то так. Адептом хотел Сид зайти. Сначала мне показалось, но потом стало очевидно, что никуда он заходить не будет. Здесь у нас оверы летят на разведку. Но Старгейт стоит таким образом, что овер не сможет спалить Оракула. То есть он залетит сейчас, и Оракул успеет вылететь. Но нужно первым сразу же вперед идти. Тогда, может быть, что-то получится нарезать, пока спорок не будет. Ну, точка сбора хорошо стоит на мейн, в принципе. Овер понемножечку двигается вперед. Оракул полетел. Номер один. Надо бы здесь Феникса может заказать, чтобы овер разбить. Будет что-нибудь делать. Второй оракул пошел. Ну, будет зависеть многое от того, как первый ворвется. Вот он летит через овера. Но время подлетное от этого овера до мейна это пару секунд. Поэтому очевидно, что спорки не успеет Гидра здесь воткнуть. Он даже и не втыкает их, собственно. Оракул прилетает. Это куда ты, ё-моё, какой, блин, Сид? Ну что вот он делает, а? Блин, вот где тренер, где кто? Прилетает игрок и начинает рабочих с газа бомбить. Ну как ума-то хватает? Ну газ это самая халявная тема. Там минки как в черную дыру пропадают. Либератора выстрелы пропадают как в черную дыру. Там даже от ядерной бомбы рабочие спасаются, если она падает. А он с газа начинает фокусить. Никогда не с газа не убейте, когда вот прилетели так оракулы. Сразу вот сюда минеральную линию через шип просто идеально прокликивать, чтобы... Они не переагривались на кого, чтобы чик-чик-чик-чик, жоп по два. Если уж рабочие поехали все на мирлоке, то сзади гонитесь и на муви подконтраливаете, на муви атакуете. Только так, все. Ну ладно, что-то у меня бомбануло, пригорело. 7 дронов и так подрело, в принципе, неплохо здесь. И, ну вот, спорку, пожалуйста, давайте поатакуем. Это мертвый харас был со стороны Сида абсолютно второй раз. Ну, оракулы пока живут, и хп много не теряют, это хорошо.
кроссовер. Грелочка делает минус овера. Еще и грелочку Сид подстроил. 92-78. Тем не менее, по лимиту у Сида все замечательно. То есть, меня хоть и бомбануло, но Сид знает свое дело. Оракулов просто не теряет. С другой стороны, да, положительный момент. Так он мог бы рабочих наубивать, но Оракулов потерять в свою очередь. А здесь Оракулов не потерял. Рабочих наубивал. И еще Оракулами с грелкой продолжать. Эти минус 2 королевы, минус овер. Вообще замечательно все. Потери 0 до сих пор. Смотрите, 8 лингов, 2, 8 дронов, 2 линга, 3 овера, 2 королевы. 15 юнитов, 1050 минералов уничтожено. А просто ничего не теряет. Почему? Конечно, со зверями, кораблями космическими воевать. Халява же, имба, ё-моё. Пишем на форуме тему. Пошла атака. Так что с газом это фигня была на самом деле, но... Нет таких кнопок, чтоб юниты только рабов атаковали. То есть, если это адепты, как эффективно минеральную линию атаковать? Вот они запрыгнули, например, сюда, а королевы где-то здесь. Так как у адептов рейндж меньше, чем у королевы атаки, вот... Эффективно просто через hold position атаковать. Встал здесь, и они будут доставать только до рабочих, а атаковать рабочих. А оракулами же нужно через shift прокликивать по самим рабочим сверху. Иначе они будут на королев переагриваться на форке их-то боевых юнитов. Провальный выход сейчас от Сида был просто абсолютно. Пришел он, зачем-то отдался здесь, вместо того, чтобы подождать гейтов и нормальную атаку провести. Причем есть уже архивы темпларов, если нужно архонов строить. Очередной выход со стороны Протуса идет. По лимиту, кстати, в плюсе, но здесь линк стоит рядом, который пока ничего не видит. Ну, сейчас спалил линк выход в очередной раз. Два архончика здесь уже есть. А что есть у Гидры вообще? У Гидры 22 беллинга и 17 лингов, 2 роучи. Короче, очень мало юнитов. Ну, сейчас второй коготь будет готов, и грейды 2-1 станут. Беллинги, конечно, очень опасно, но сталкеры против бейнов хорошо воюют. Но не надо ни в коем случае делить сейчас армию и призмами лететь на мейна, другими юнитами вот сюда в лоб идти. Так, бейны заходят. Сплетанись немножечко, Сид. Ну, Сид, зачем Сиду сплетиться? Вот он сейчас отблинкнулся. Эти арконы какие живущие, им пофиг на бейнов вообще. Адепты прилетают на мейн, и просто адептов десяточка варп идет. Линги приходят, но адепты, знаете, как наваливать начинают. Надо контратаку обязательно сейчас делать. Контратаки, правда, я не наблюдаю. Призма есть, призма сворачивается. И сейчас что призма у нас будет делать? Не знаю, что призма будет делать. Адепт ходит на муви одновременно на четвертую базу. Атака идет. Сталкеры плюс архоны атакуют королев. Вот здесь вот сплит уже от Сида был очень даже неплохой, я бы сказал бы. Архоны против королев бонусом там бомбят. Сталкеры тоже бомбят. В это время заварп очередной адептов. Это, кажется, победа Протуса. Потому что зерк, я не вижу, как он здесь должен отбиться. Минус королева, минус масс-дроны. На второй базе тоже адепты разобрали. Вот в рабочих врывается Сид сейчас. Начинает просто избивать вообще всю здесь. 20 дронов, минус 21. С мейна на третью телепортируются адепты. Фаерболы падают, ну падают молоко. Вот сейчас на халде, да вот на халде. Пошел контроль, 30 дрончиков минус. В это время сталкеры плюс грелочка опять шатают 3 часа. И еще сталкеры подходят. Привет, Юрклана сегодня элементарная. Вайфенд Кап. Может быть чуть-чуть ФП, не знаю. Но других турниров нету в данный момент. И... Короче, Маша болеет. Мне домой надо, мне там еще в город надо на велике. Может успеть выехать, короче. Пользователями Верикч активировал премиум на ваш канал. 48 часов Старкрафта за четверо суток отстрелено. Мне кажется, что это неплохо.
Так, королевы падают, 10 сталкеров все еще такую, 12 на 8, 300 по лимиту. На мейне полный беспредел, смотрите, везде адепты все бомбят, ну что-то... Ага, Greater Spire здесь у нас. Грелка под спорку зашла зачем-то, правда. Сталкеры приходят, битва сталкеров идет против реводжеров, против роучи. Укусит сталкерами всех реводжеров, всех роучи, 3 забыл вообще. Здесь адепт все в это время еще мейн шатает до сих пор. Здесь адепты вторую шатают, гидра наконец пишет ГГ. Так, нет, Мачерина, все эти меня не интересуют уже. Это поздно, и там, я думаю, что ничего особо интересного не будет, тем более рестрим, как бы. Хотя, не, может, там интересные игры будут, но не суть, как бы. Вот то, что завтра еще тоже ничего не будет. Ну, Корсар Кап, Пул, Гидра, там какой-то шоу-матч будет. Без корейских турниров, как-то, да, так вот прямо и... Тут и особо и смотреть-то нечего, а ничем не заменено это. Привет, Диасокин. Ну, я думаю, максимум час еще стрим будет, потому что у нас остается сколько? Какие матчи уже прошли? Это третья Бутри, я так понимаю, да, сейчас идет. Да, а, нет, это четвертая уже Бутри. У нас три матча вместе с этим Бутри. То есть Тайм выиграл 2-1 к Чигу, а Гидра Тайм и Гидра к Чигу. Сейчас Гидра проигрывает Сиду, но потом Сид еще с Таймом и к Чигу будет биться. Так, Мазеркор подстраивается, сейчас будет готов у Сида. Храм Вальдак карта, пробочка ездит, видит хату. Да, хату спалил сейчас, она уже готова. А, вот в этот раз даже не видел, он давно видел, что она заказана. Но видел сейчас, что королева спустилась и пытается пробку уехать домой, Сид. Но я так полагаю, что пробка уже никуда здесь не денется, учитывая, что она еще направление движения. Но адептом-то иллюзии встретить, ты прикрой пробку, нет, стоит. Все, киданули пробку. Пробка тебе ГГшечка. Минус пробка.
здесь Evolution пошел. Явно будут передропы. Хотя куда? Здесь с этого овера некуда передропываться. А сюда овера не подвел. В принципе, гидра. Что-то вывел адептов и назад их повел. Сейчас у нас Сид. Так, плюс еще линги, здесь коготь пошел. Плюс 2 сентри постраиваются. Сталкер у Сида. Ну, без адептовый стиль. И куда? Куда? Выход на третий Нексус или что будет происходить? Я не понимаю. Робо пошло. Робочка куда? Робочка на третью идет сейчас. Гиты открываются. Пятихаточка минералов есть. Плюс еще 2 зелка и сентря. Интересный микс, сентри, зелки, сталкеры, адепты. 4 типа юнитов здесь есть у Сида просто в миксе. Пилон пошел и Нексус. Овера, кстати говоря, без му. Вот висит овер, просто и Сид не хочет его сбить абсолютно просто. Здесь вот линги навстречу идут. Сид понял, что к нему забегают линги сейчас. Линги пытаются гидры окружить. Но здесь выход-то такой интересный. То есть и зелки, и адепты, и сентри. Хороший дэмэдж наносит, великолепные филды. Посмотрите как. Ни одного юнита Сид не потерял в данном движухе, в данном замесе. В итоге 20 лингов погибло у Зерга. Плюс овер сейчас. А у Прокс только один рабочий. Линги сплетятся. Здесь 3 криптумора вперед идут. Крипом заливают все. Здесь гидранс. Мейн, правда, со второй не соединил. Вот это зря. И парабам абсолютно одинаково. А Нексус-то уже достраивается у Протса. Здесь очередной врыв лингами идет. Филды есть. Сентри. Так ставят филды сейчас Сид, чтобы Сентри не атаковал просто у нас Зерк. Здесь Давар пойдет. Зелок стоит на рампе. Ну пока Сид вообще все четко делает. Как бы и это видно по потерям, вы видите. 3 юнита в 41. Очевидно, что все замечательно делал Протс. И 4 плюс гейта. То есть сейчас пойдет выход просто на гейтах, без всяких блинков, без всякого каких-то таких тем. Мазеркор здесь лучше оставить, мое мнение. Ну, здесь один адепт всего остается сейчас. Так, линк здесь есть. Призму видит Зерк. Гидра Дэн строится, но гидра не успевает зато выйти. И гейты, а зато гейты просто успевают открыться. Все, пошел буст на все гейты новенькие. Сталкер, давай, 98-82 по лимиту в пользу Протса. Гвардиан есть, филды есть. Нужно врубить и гвардиан, и филды сейчас четкие ставить. Ну, просто даже без первого, без гвардиана все это делает. Чисто с филдами забирает. Призма где-то сзади была немножечко сейчас. Мазеркор тут атакует, пытается сбить с гидра, но это GG, это разгром со стороны Сида по потерям, вообще там просто дичь какая-то. Эти юниты посмотрим, просто боевые единицы. Криво отобразилось как-то, у Сида почему-то ничего нету. Не понял даже, почему и график только... А как это вообще так? Просто нету Сида статистики, не знаю. Сид дальше будет играть у нас. Тайм против Сиды сейчас будет биться, я так понял.
Ну, честно говоря, Сит, я не ожидал, что так он растрепит Гидру просто без шансов. Ну что, ждем хост, ребята. Диасокин поддержал ваш канал на сумму 350 рублей. На стимпак от простуды, поправляйтесь. Спасибо, Диасокин, на стимпак от простуды. Поменьше стимпаков, побольше естественного лечения. Но все равно лекарств много всяких нужно. Спасибо тебе. Чуть сегодня по 350. Залет, залет идет. Спасибо всем, ребятки. Что там у нас с рептилоидами топа? Так, Монтрел, ссылка. Вот кинул чисто ссылку эту в чатик, но такая же ссылка и в этой кнопке, собственно, вбита.
Ну что, ребят, Сид против Тайма, первая игра. Протос против Тирана. Кореец против китайца. Погнали. Задержка 90 секунд. Не такая уж гигантская сегодня. Поэтому, ребят, все нормально. Я почти что с вами, почти что... Почти что в прямом эфире. 90 секунд не так уж много, как на Бобролиге мы обычно ставили. Ну, здесь гейт, газ, нексу с кибернетикой бил у Прокса. Тайм играет через Рипера. Ну что, Рипера отгоняет Мазеркуром у нас Сид. Достроил Зилка. Зачем он Зилка достроил? Не знаю. Ну, может быть, эскейп не успел нажать. Может быть, он и хотел достроить Зилка. И опять же, посмотрите, Мазеркур не прикрывает от Рипера здесь минеральную лимию. Нужно пилон, может, очередной. Хотя не. Саплая очень много у Сида. И хочу обратить ваше внимание. Вот сейчас здесь бустится варп. Я так полагаю, что будет сейчас призма, плюс добавлены гейты, и будет у нас, соответственно, какая-то агрессия какая-то. Так, залетает тиран, оверчаж ставить не нужно. Пошел плюс гейт, видел роба? Нет, роба не видел сейчас. Тайм. Вот оно готово. Если хочешь сид проатаковать, то надо строить гейты еще. Ну, интересно, что я не договорил, то, что играет... Сид у нас без адепт практически, то есть он зилки, сталкер, по олдскулу все. Ретакира, нет, это... Еще раз говорю, все всегда написано в названии стрима. Так что смотрите название стрима просто, и все. И тогда станет все понятно. Ну и плюс какие турниры в данный момент идут, смотрите. Так, два гейта у нас, варп добустился, готов. Бустится еще робот, там обсервер строится. Отсюда надо варп снять, переставить нексус рабочих подстраивать, видимо. Рабочие вообще что-то у Сида не заказано. А, он третий нексус заказывает. В это время приходит мародер. 7 мариков и рипер. Третий нексус будет уничтожен сейчас, абсолютно очевидно. Хотя, смотрите, 4 сталкера плюс зелочек подходит. Зелка замедлил сейчас фугасами. Тайм. Ну, отфокусил мародера, сит и фокусит теперь мариков. Надо сталкера демеджа увести, конечно, и другими подойти вперед. Что за контроль-то такой, ё-моё, ничем не стреляет в итоге. Если зеленый спереди, другими такая сзади, стреляй, нет, убегает, 7 демедж получает, блин. Нахвалил сида в итоге, ну, всеми давайте сваливать будем. Все, расконтролил, все-таки ничего не потерял, но как-то с потугами жесткими, по-моему, это все происходило. Здесь еще один выход идет, сталкеры без блинка, как и были. 5 сталкеров, мазеркор, там, сентря варпится. А здесь подходит еще, видите, 4 мародера и 8 мариков. И еще 2 мародера, 3 марика идут, и уже... Не, ну Steam еще будет не скоро готов, если бы он был сейчас готов. 40 секунд до Стима, то тогда бы ГГшечка была, Процу, скорее всего. Мародером фуксит имортлым сталкерами сейчас сид. Ну, имортла потерял, ну, вот, опять же, какой-то контроль подводит сида. Нет, чтобы отвести имортла, он отдает его. В итоге размен-то не совсем плюс получается. Если сейчас имортл не погиб, было бы хорошо вообще. Твайлайт заказан. Плюс вступайте в группу ВКонтакте. Там анонсы вообще-то все пишутся у меня, что будет
проходить, и просто можно открыть глаза и прочитать, как бы, что будет, что будет и что есть. То есть, как бы, по поводу вопроса, запись это или нет. А так, конечно же, я всех вас приветствую сегодня, во вторник. Корейских турниров нету. Пролига теперь по выходным, напомню. Старлига кончилась, челленджер. КОДА кончилась. То есть жеребьевка Старлиги ищут к 7 июля. КОДС вообще не знаю, тоже, наверное, не скоро еще. А здесь выход идет со стороны Тирана. Три пилона можно оверчар сюда выставить, но я уверен, что это не поможет. Сиду в итоге. Кэш падает, нет, просто нужно уходить всеми юнитами. Возвращается назад. Какой провал вообще просто против Тирана. Ты и Нексус теряешь, и там ничего не делаешь. Идти. Ну а что, только в размен просто смог бы пойти в данной ситуации. Заходит тайм, разваливает пилончик. Да, есть гвардиан, да, есть билды, но тут много юнитов еще на мейн улетает сейчас. Четыре пилона строятся, ну четыре не успеет Тиран запустить, конечно, это очевидно. Улетает вниз. И в том первом моменте не было на Guardian Shield энергии у Сентри, насколько я помню, поэтому решил Field поставить хит. Марик минус. 108-128. Но сдается мне, учитывая, что когда Тиран отменял Процу третий Никс, у него уже третья ЦЦшка добываться начинала. Я думаю, что эту игру крайне тяжело будет отдать уже Тирану. То есть тут нужно какие-то ужасные ошибки насовершать. Ну, например, вот сейчас вот этими юнитами пойти сюда. А это минус сразу вот этот весь лимит будет. Но здесь лимит, это двадцатки даже нет. Там 18 лимита было. 4 мародера, 6 мариков и 2 медивака. Даварп еще идет адептиков. Выход сатайма со стороны в лоб идет сейчас. Заходит он, минки копаются, адепт падают. Так, уверчажи пошли, у Протса очень грамотная армия расположена. А здесь минки у Тирана вообще не имели в бою никакого вообще толку. Приходят еще юниты сейчас снизу био. Плюс либератор прилетает. Но есть здесь и мертвы, есть здесь даварпы. Варпится причем дарки, между прочим. Если скану тайма, скана не наблюдаю. Так, уверчаж решает просто дико. Но либератор тут в рейндж либератора попадает дарками. Скан пошел. Минус архон, минус все. Минка падает. Здесь две еще минки присутствуют. Успевает отблинкнуться, сит от первой минки, но вторая свое дело делает неприятное, минус сталкер. Био продолжает подступать, и либератор вообще не понять, что прикрывает, сейчас стоит, вообще бесполезно. Ну и здесь уверчажи кончились, несмотря на давар дарка. Так, дарк начинает резать, мародеров разрезает просто дико сейчас. Ну, под либератором опять же дарк, и минус третий нексус, приросты подходят и подходят сейчас. 1-0 тайм, но тайм и игру 1-0 выиграл на самом деле. Здесь контур-рыв адепта, но он будет принят сейчас, уничтожен жестко очень. Здесь марики и мортвы, ой, мародеры, простите. А здесь тайм продолжает давление, ГГ сит пищит, 1-0. Тайм молодец, что не говори. Четко отыгрывает. Ой. Пошел инвайт, захожу.
Так, ребят, секундочку. Сейчас я проверю, где Чарлик вообще находится. Что-то его не видно давно. Тайм 1-0, ребят. Неожиданно очень даже таки. Так, все, я здесь. Чалик отдыхает на диване. Лежит. Кайфует, лежит, короче. Что, опять рипер здесь? Я не думаю, что китайцы посильнее против против корейцев, чем европейцы. Просто если европейцы играют на этом турнире, то они играют с Европы на Азии, а это уже полный провал. А китайцы играют на той же Азии, как бы. А так-то я думаю, что какие-то нормальные тираны, Проутсы и Зерги, европейские самые топовые против того же Сида, ну, не хуже бы тайма бы отыгрывали. Вот единственное, что в Европе с тиранами, конечно, сейчас очень большая проблема. Бани и Ютермал как-то они все-таки не вытягивают. Марин Лорд какой-то не ахти сейчас. Хэппи вообще отсутствует. Минка Старпорт. Кстати. Куда-то, да, музыка. Музыка до этого когда-то отключена, видимо, была. Включаю, наверное, на когда Home Story ждал. Вперед двигается. Не успела пробку убить сейчас рипер. Здесь плюс 2 гейта у нас добавляется. Нексус пошел вперед. Так, блинк почти доделался, блядь. У Сида. Идет вперед напрягать, но это стандартный расклад.
Да я чуть не обратил внимания. Сам надо, что музыки нет. Так, здесь пилончик пошел, чтобы выбить либератора. Поставил оверчарж сит, но он не достает тупо. Все сталкеры заходят. Переблинк на мейн идет, минус танк. Марики стоят здесь. Марики под ударом сталкеров оказываются. Можно агрессивный блинк в мариках сделать, но предпочитает сит против КСМ контролить. Мое мнение, это ошибка. Когда есть возможность, так вот марики стоят отдельно от работы, лучше всегда ворваться просто. Еще и призма потеряна. Он доварку призму потерял, что ли? Ну, ё-моё. Вместо того, чтобы выиграть игру прямо здесь, сит умудряется как-то еще здесь наотдаваться. С этого пилона уверчаж, что ли, тоже не достает, не могу понять. Так, ну на хайграунд не знаю, может ли лидер закинуть, но очень много случаев, когда вот линги на рампе, здесь две депошки, например, тиран, он пьет сюда гранатку и лингов через депошки перекидывает. Вот, так что насчет хайграунда думаю, что не может, а вот какие-то препятствия типа зданий может. Плюс через камни всякие можно перепрыгивать. Ну что, три медивака здесь от тайма прилетают на мейн к сиду. Дропчик пошел, попытка покуснуть иммортала, но пришли сталкеры и... Я не понимаю, что... И что сид делает? То есть он ради одного сталкера сейчас, чтобы не потерять одного сталкера, не стал блинкаться и сбивать медиваки? Странное очень решение, я бы сказал бы. Можно было просто блинкнуться, пофиг, чтобы эта минка стрельнула, она одного сталкера забрала, другим поля бы сняла. Но там так, вот здесь сталкер стреляет, здесь медиваки было. Может подблинкнуться за первый залп один, ну я думаю, что два медивака можно в легкую было бы забрать. В итоге тайм прилетает, убивает роба, и минку просто нечем и выбить, здесь обсервера нету у Кротоса. Здесь, правда, контр-харас имеет место быть. Что, я не знаю, фотонку нужно здесь ставить, робу восстанавливается, четвертый никс на 9 часах. Здесь дропчик разгружается, правда, еще один. Короче, собрался тайм нашатать здесь. Вот это хороший переблинк был. И от минок отблинкнулся, и вперед к медивак подблинкнулся, сбил его. Здесь призма готова врываться, насколько я понимаю. Сервер вернулся, минку все-таки выбил. Грейды после 1-1 не делаются, у тиран 2-2 уже пошли. Убивает Сити медивак, просто сентри потерял. На мэйне отбивается, еле-еле пилончик добавляется, врубит ли он эту фаржу, вопрос. Нет, только одну врубил, это косяк очень большой, надо еще один пилон ставить сюда, чтобы вторая фаржа наконец-то врубилась. Тиран сканит минусов, здесь Протус что-то бегает, Протус просто немерено лимита. За счет лагита врыв сейчас будет, но непонятно будет, что призма будет варп делать, чтобы помочь основной армии, или на мейн полетит шатать. Я пока не вижу тут здесь ответа на этот вопрос. Заметил, что на втором фарже тоже пилона не ставит. Пилончик у нас сит. Призма залетает, пошел гигантский варп там, ну как гигантский, 10 адептов. В общей сложности. Здесь адепты заходят. Куда они заходят? Мимо либераторов. Все телепортируются. Сталкеры где-то сзади при этом.
Так, агрессивный блинк через минку, минус либератора, адепты все забирают, везде все забирает. Си 97 на 167. 1-1 вообще. Достаточно легкая со стороны Сида. Так, что-то солнце адово светит, надо тут штору прикрыть. Привет, Иванчик, 1989. Рассказываю вкратце, раз, что ты первый раз на моем стриме. Рассказываю, что к чему. Старкрафтик у меня стримится в основном. Иногда рестримится, поэтому не всегда Twitch врублен. Иногда, если рестримы идут корейских турниров, чтобы канал не побанили. Вот, а сегодня Life and Cup у нас. Life and Cup. Кстати, на Twitch не переименовано, ни хрена, косяк мой. Надо переименовать то, что происходит. Вот. Life and Cup. Сетку. Сетку могу тебе сбросить. Вот такие вот дела. Сетку сбросить. Привет, разведчик. Привет, СК2 ТВ. Good game. Всем привет, Twitch. Тоже. Так, это у меня, кстати, пингуют что-то. Игра приостановлена. Так, порестримлю. Не буду мешать китайцам. Что-то я что-то начал лагать, не понял, с чего я. Попробую во вторую игру зайти потом. Так, у Варди, кстати, задержка нет. Фастрон поддержал ваш канал на сумму 111 рублей. Приветствую, Сергей Валерьевич. Спасибо за стримы. Вы держитесь здесь, вам всего доброго. Хорошего настроения и здоровья. Нет, это не я, кстати, был. Смотрите, там до сих пор лагает жестко вообще. У Варди тоже там пинг космический. Спасибо тебе, Фастронт. Кстати, у Варди что, задержки нет, что ли? Я чуть не понял. Секундочку. Спасибо всем, ребят, за поддержку еще раз.
Короче, неоткуда стрим теперь взять. Давайте посмотрим. Там Панда ТВ что-то. Да, я понял, что у Варди нет задержки, но уже осталось матчей. Блин, он сказал мне еще 90 секунд поставит, а сам не поставил. Ну ладно, не суть, как бы. Осталась уже, получается, одна игра фактически вот эта, и еще там один матч, и все. Таймсид и Сид против Ксиго будет, все. Здорово, Тигра. Привет всем, ребят, кто недавно подошел. Life and Cup у нас, группа D, номер 149. Ну и на сегодня после Life and Cup, я думаю, что закруглюсь. Потому что я уже говорил, что Маша заболела, нужно мне и домой быть, у меня еще есть... Нужно выехать в город на велике. Короче, есть дела определенные. Ну что, ребят, прошу прощения, отвлекся, пока пытался найти, может, что-то где-то там еще есть. Смотрим стрим, но ничего нигде нету. В плане стрима. Здесь идет пуш от Сида, я вижу, против тайма. Блин, какая мертвечина по сравнению с тем, как из игры-то стримить. Да, но Battle.net азиатский начал косяки какие-то выдавать почему-то, я не знаю почему. Пытается Сид пробить бункер, это очень плохая идея с его стороны, он не пробьет здесь бункер. Нужно заходить на мейн через лифт призмы. Здесь уже танк есть очередной. Ну что, сид на мейне, там марики пытаются выйти. Танчик переводит сейчас. Как пойти, блинк готов там, что ли, еще не понял. Не, не блинк, это призма и контроль идет до сих пор. Имело смысл бы фокуснуть медивак, мне кажется, но сид ничего не отфокусил. Ну, по рабам разве что в плюсе. Погода неплохая, прошли грозы жесткие, ливни. 33, больше нет градуса.
Так, пытаюсь рассмотреть, что происходит. Пробивает тайм-камни. Очень хорошая для тирана шанс эту игру выиграть. Нужно медивак бы отчинить. Единственное, я бы желал ему. Пробивает камни. Танк один там что-то стоит вообще на месте. Никуда не берется. Медиваки новые строятся. Мародеры строятся. Стим-щиты делаются. Вот. Ну что, тайм тут стимпачится, идет вперед. Танки дропаются, на пилоны на лом пошел, оверчаш выставляется, да толку-то от него мало. Танками фокусит юнитов протоса Сида. Посмотрите, как тайм-то сегодня силен, а? Кажется, он сейчас уничтожит Сида, который просто гидру унизил вообще практически. В хлам вообще разгромил. Нексус падает, падает все, вообще не может отбиться. Он даже биться не собирается сейчас, протос. Танки стреляют дальше, био-юниты разрывают просто все в хлам, сзади призма прилетает, а что толку-то от этой призмы? Ну дропнулся сюда сталкер с двумя адептами, выходит колосс первый, а что толку от колосс? Падает сейчас, несколько юнитов все еще живые, забирает танки сейчас у нас Сид. О, простите, тайм улетает, но Сид ГГшечку пишет, вот это да. Ну что, тут еще переигровки что ли могут быть? Ну что, ждем инвайта. Спасибо всем еще раз за поддержку, ребят. Фастрон, тебе спасибо, как последнему. Оформление форума новое на сайте StarCraft. О каком сайте речь идет, я не понимаю, честно. Так, НСК реалити. Вопрос твой понял. Сейчас посмотрим. $1657 у тебя сейчас.
То, что качество сейчас фиговое было, ребят, кто недавно пришел, к сожалению, Battle.net подвел на Азии. Что у меня, что у Варди, у английского стримера, пинг подскочил до 2000 примерно резко, то есть это Battle.net был. Вот. А теперь. Вроде как получится зайти. Фастронг поддержал ваш канал на сумму 222 рубля. Подошел сын и спрашивает: а что это за дядя? Я говорю ему: это дядя Сережа. А он: а у него есть детишки. Я ему: да, девочка Маша. А он мне говорит: нужно быстренько ей купить сладенького на сладенькое. Спасибо тебе, Фастронг, очень приятно. Вот. Спасибо, Фастронг. Ну, дети жгут, они вообще отжигают. Маша тоже вчера ее из садика забирал после стрима. К сожалению, вечером она заболела, но днем-то себя чувствовала хорошо. Когда уходили из садика, ну и там, говорят, воспитательница там, видимо, ну, женщина посуду моет, и девушка, я не знаю, что там они делают. Ну, работают тоже там, в общем. Типа, попрощайся с детьми. А Маша говорит: у меня времени нет, меня мама ждет уже. Ну, смешно очень было. Спасибо тебе, Фастронг. Еще раз. Очень приятно. НС Кориальте поддержал ваш канал на сумму 565 рублей. У меня стадное чувство. Хочу к Яндек Эфи Румс 2. Спасибо тебе, Реалити, НСК. Сейчас проверю, действительно ли ты правильно попал. Да, правильно попал, смотри-ка. Двоечки пошли. Видите, такой маленький прямо. Бывает, меняется иногда. Спасибо всем еще раз. Что-то долго черкают, прям нереально как-то они. Ну теперь получается, чтобы выйти с Сиду, ему нужно обыграть Ксигуа. Но ведь Ксигуа тайм-то тоже Ксигуа обыграл. И тайм обыграл Сида самого. Спасибо всем еще раз, ребята, очень приятно. Вроде небольшой стрим, а поддержки много, и людей не так уж много. Будем надеяться, людей будет прибавляться в будущем, потому что турниры интересные впереди еще присутствуют. Ну, Life-N Cup интересный достаточно турнир, но гораздо интереснее было бы его смотреть, чтобы в игры промашниться было бы можно.
Так, мне маме нужно позвонить, точно забыл. Я про костыли спросить надо. Космонавту там, про которого я рассказывал, который спрыгнул с козырька магазина. Костыли бы найти. Ну, а мои я не знаю, где уже. Все, я здесь, ребят, что-то сид подтверждений не дает. Всех перезвонил, всех, кого надо. Один не подтвердил человек.
Климатическое врубать шторм с градом пошел. Ну, видимо, испытания как-то не очень удачно происходят. Не туда, куда надо, штормануло. Скоро будем рептилоидов. Ну что, Сид против Ксигова последний на сегодня бой. Но учитывая, как Сид разорвал Гидру, я думаю, что у Ксигова тоже шансов немного. Но вот что-то тайм удивляет прям сегодня. И тайм может ведь выйти из группы. Так, тайм уже первое место занял, что ли? Так, ну Гидре тайм 1-2 проиграл. Выиграл тайм Ксигу и Сига, и Сида. То есть у тайма 5-4 сейчас, в общем-то, по картам он, по победам, видимо, он в плюсе. И у Сида 3-2. Если Сид выиграет с любым счетом Ксигу, то он с первого места выйдет, тайм со второго, а Гидру уже выбили, получается. Они, так как у Гидры разница карт не в пользу его идет. Короче, да, даже если 2-1 выиграет Сид, то у него 5-3 будет, а у тайма 5-4, то есть тут по картам он первый будет, не по личным встречам, не по встрече их друг с другом, соответственно. Зики поддержал ваш канал на сумму 150 рублей. Спасибо, Зики, тебе. Так, ребят, ну, пинг хоть не 2000, но... А, ну 307 это нормально для... Азии Пинг, спасибо, ребят, всем за поддержку еще раз. Второй пошел. Ну что, пул у Ксигова готов. 17-я хата, Газпул был билд. Здесь у нас Кейт, кибернетчика. Соответственно, Гейт, Газ, Нексус, кибернетка был билд. Гейт, точнее, кибернетка готова, заказ на Адепт, в Гейте Нексус еще не готов пока. Так, 6 лингов есть в наличии у Ксиго. Двумя он проверяет прокси, одним сразу. Ну да, конечно, периметр надо просто оббегать вот так вот, чик, и еще и сюда потом пробегать желательно. И здесь можно проверять вот здесь, потом вот, нет, сюда не пробежать, вот здесь вот прокси. Просто два линга берешь и в разных частях карты по периметру посылаешь. Так в первом Старкрафте Джейдом всегда делал. Да и во втором многие уже начали корейцы так делать. Почему? Потому что очень часто во втором решают прокси. А почему они решают, суть непонятно.
То есть просто не находят их игроки. Адепт приходит на вторую сида. Бомбит рабочих. Одного забомбил, что мешало газ заказать, я без понятия. Двух забомбил, хотя можно было, мне кажется, избежать потери одного из двух этих хотя бы. Потому что вот здесь вот рядом с газом прям ходил. Закажи сразу БЕ, газ и все. Построил Чиголингов. Здесь третий Никс. Оракул сейчас будет готов. Готов Оракул, летит вперед. Будет врыв лингами. Да, будет коготь еще. Опа-на, тут грызалити, сгрызалити полное идет сейчас. Ну, здесь стеночка будет, во-первых, у Сида, у Мазеркура 62 энергии. Второй Оракул плюс к этому ко всему строится. Ну и первый сейчас, если рабочих выбьет достаточно, то для Зерга беда будет. Тут линги вперед бегут. Спорки на второй базе нет. На мейне уже есть спорка. Что делает, я не понимаю, Сид? Он назад полетел обороняться от лингов, я так понимаю. Он все понял. Он все понял. А что делает Сигу? Для меня загадка. Прибежал сейчас вниз на 4 часа лингами и стоит здесь. Зачем? Не знаю. Так, три дрончика минус. Двумя оракулами прилетел Сид. Здесь массовый просто врыв лингов идет. Массовейший, я бы сказал бы. Адепты бомбят, пилон бомбит. Здесь линги на халде грызут пробок. 8 пробок уничтожено. Все они, между прочим, уничтожены на второй. На этой базе филдов больше не наблюдается. Оракулы прилетели назад. Оракулы помогут. Вот же уверчаш можно туда выставить. На пилон ставит, у которого 2 хп, уверчаш, умат палата, что ли, ё-моё, Сид, что ж ты делаешь? Ну, оракулы жгут, и все жгут, 30, и адепты жгут. 30 лимит на 78, ГГ пишет вообще здесь. Что по потерям? Ну, вот вы видите потери. ГГ пишет. К Сигу. Ну, волын решил пойти, короче, отморозиться решил здесь полностью. Ну что, вторая игра начинается, поехали. Так, точно, да. Забыл про тебя, прошу прощения.
Спасибо, что напомнил. Что-то вот это... Не законтролил момент. 1-0 сид. Ну что, если сейчас 2-0, то он с первого места выходит, со второго выйдет тайм просто. И все, собственно говоря. Пробочка тут подпиливает дрона. Третья хатчика. Тут три хаты убил, соответственно, был. Хотя не вру. Это третья до готовности пула, получается, вопрос заказано. Или нет? Нет, три хаты пула. Вру. Так, здесь стеночка есть, адептик строится, варпик делается, и твайлайт на мэйне. Привет, Клаудиус. Адепты врываются. Две штучки. Проблема у Ксиго. Ну так, я бы сказал, в принципе, два адепта неплохо относительно разменялись. 7 лингов, 1 дрон. Не уверен, что все линги, правда, здесь погибли, но, скорее всего, здесь. И сталкер овера сейчас совет. Плюс два гейта и старгейты пошли, я так понимаю. Один старгейт или два старгейта будет здесь у Сида. Пока один, но в перспективе, наверное, и второй будет заказан. Сталкер овера добивает, наконец-таки. Приятный саплай-блок у Проуса. Ну, ненадолго саплай-блок. Вот уже пилончик готов, и можно варпить юнитов спокойно. Ну, с пилонами нужно еще строить. Пилоны сейчас, собственно говоря, побыстрее. 4 адептика. Старгейтов 2 штуки. Второй, правда, более поздний был. Бусты переставляются на Нексуса. Сейчас еще, видимо, варп адепт пойдет. И вперед пойдет у нас Сид. Опять же, пилон был не по таймингу немножечко. И третьего адепта не успел подварпить. Сейчас все... По лимиту все в порядке. Сейчас надо фениксов начинать строить. Сид выдвигается вперед адептами. Что есть у Ксигуа? 5 ру... А, не, 5 ручек. Где они вообще? Вот они выходят только-только. А я-то думал, что там есть вообще. Ну, зря сейчас забоялся у нас Сид. Можно было роучи, на самом деле, минуснуть. Вот этих двух просто зайти. Иллюзии сюда пуская. Если что, отступать назад и все. Здесь две грелочки пошло. Кажется, Ксиго, Сид испугался Ксиго, что он масит роучи сейчас начнет. Но он не масит роучи, он построил роучи защитных и переходит там в гидроден и... Короче, стандартно действует. Сейчас может Сид проиграть игру на самом деле. Сейчас зерг гидроден намасит нормальное количество, ему тяжко будет. А по рабочему зерга преимущество хорошее. Хотя тут что-то реально много адептов присутствует. Идеально практически сейчас последние секунды исполнил Сид.
и королеву добил, и роуч добил, и трех дронов забрал, и всеми адептами на мейн обратно вернулся, я врачи. 71-54 по рабам, две грелки есть, плюс два феникса есть, все это вперед идет. На центре есть ойра, гидра вообще пока отсутствует, в принципе, в миксе. Можно что сейчас? Можно сделать врыв адептами в роучи и целенаправленно через шифт грелками фокусить все. Да не королеву ты бей, ну как? Не, ну вот это я называю вырубился мозг просто. Грелки роучи унижают с разогревом. Просто. Прилетели два феникса, поднял королев, адепты через оклик, грелки роучи через шифт прокликали, но... Элементарный на самом деле контроль. Странно, что Сид так вот не сделал, а бил королев грелками. Он думал, похоже, что он думал, что сейчас он успеет убить королев. Ну вот, убить воздух и просто намаситься в итоге. Так, не намаситься, а прийти сюда, как бы, и убивать все грелками. Но адепты снизу все сгрызли в хлам вообще. Фениксы улетели с грелочками. В итоге строят еще просто фениксов. Третий некс только-только раскачет. Плюс 4 гейта. Ну, хз, тут теперь на фениксов надежда. Грелка феникса здесь работают хорошо очень со стороны Сида, но вынужден он улететь. 120-129 по лимиту. Зерк хотел вперед, такое ощущение у меня сложилось пойти, но его грелки с фениксами тормозят. Плюс 10 гидралов, еще плюс 1 есть, плюс 2 делается. У Фродса очень большой минус и очень большой косяк. У него вообще нет паржи и вообще не делаются грейды на землю. Это очень жестко. То есть сейчас две атаки будут зерга на нули, но нули протоса, у протоса только воздушная атака одна есть. Можно уже грелок дома оставить с армией фениксами одними харасить, лететь, собственно. Кажется, эффективнее было бы даже. Так, видит гидру сейчас, Сид прекрасно. Четвертую карту пока не видит. Вот сейчас заметил, что она есть. Уходят грелки, уходят фениксы. Грелки не туда куда-то идут. Грелки сагрились на гидру. Это минус две грелки. Сейчас просто на изиче. Три дрончика Сид подрезает, все-таки зерк контратаку пошел. ГГ пишет. Сигу вы все поняли. На ХГ не получилось зайти, но он уже и не старался особо, собственно говоря. В итоге Сид и Тайм выходят из этой группы. Единственный китаец вышел пока что. Ну, группа С еще Кинмару, Маск, Джейши будет биться.
Так, стоп-старт, ребят, делаю.